Уже в мае начнутся работы по благоустройству придомовых территорий. В рамках реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды» на текущий год было запланировано отремонтировать 15 дворов. Вместе с тем, на 2019 год на реализацию проекта из федерального бюджета было доведено бюджетных ассигнований в два раза больше, чем это было предусмотрено программой. В связи с чем глава администрации Евгений Евгеньевич Корж принял решение о включении еще 15 дворовых территорий на 2019 год. По этой программе в Уссурийском округе будет благоустроено 30 дворов. Скамейки, урны, новый асфальт, бордюры и освещение появятся на придомовых территориях. Во всех дворах, где имеется техническая возможность, будет уложена тактильная плитка. Я в этом доме живу 5-й год. Как бы за это время ни разу у нас не монтировали ни асфальт, не делали у нас ни бордюры, ничего такого. Поэтому, естественно, мы очень рады, что наконец-то дождались. Тем более, что мы идем вне очереди. Вот. Ну, очень хочется, чтобы все это было побыстрее. Неожиданная удача для жильцов дома номер 28 по улице Советской. Ремонт сделают на год раньше. Все подготовительные процедуры выполнили в ускоренном темпе, быстро создали и утвердили дизайн-проект. Все вошедшие в план этого года дворы изучены специалистами администрации городского округа. Уже определен подрядчик, согласован объем работ. В данный момент ведется утверждение общей сметы. В 2017 году было принято решение на общем собрании жильцов дома о вхождении в данную программу. График был определен на 2020 год. Ну, в результате увеличения бюджетных ассигнований городом, администрации города было принято решение в этом году сделать. В Уссурийске уже благоустроено 48 придомовых территорий, причем ежегодно их количество растет. В 2017 отремонтировали 20, а в прошлом году 28 дворов. Помимо этих 30, которые вошли в программу формирования современной городской среды на 2019, еще 104 двора в Уссурийске приведут в порядок в рамках губернаторской программы «1000 дворов». Тамара Илюхина, Роман Адонин, Телемикс.